Всем привет! Сегодня мы готовим супер полезный фруктовый сок вот на этой чудесной машинке из грейпфрутов. Ну что, все готовы? Веселая музычка, поехали. Так сказать, фруктоедем по полной. Так, ну, грейпфрут немножко не самой зрелости, но что есть, то есть, так сказать. А вот этот получше, смотрите, грейпфрут должен быть супер красным, то есть вот это вот желтое не годится, но они смешаются и будет все нормально. Так, значит, берем нашу сокомашинку и начинаем жечь. Так, стакан не подходит по размеру, ну ладно. Кстати, прекрасно жмет. О, класс, смотри, полностью выжила. Это говорит о многом. Так, значит, не хватает. О. Та-та-та-та-та. Ого. Короче, полстакана с половинки уже готово. Так, ну что. Второй пошел. Можно одной рукой. Вторая может в этот момент колдовать, танцевать. Или пить другие напитки. Coca-Cola Energy. Рекомендуем всем приверженцам ЗОЖ. Да. Но мы, конечно, питаемся только грейпфрутами. Второй тоже идеально выжил. Это просто пушка. С одного грейпфрута целый огромный стакан из Макдональдса наполнен жалящей силой. Хочешь попробовать? Немножко здоровья для оператора. Ну а мы с вами прощаемся. С вами был Чебурашка Фруктоед. И до новых встреч!